Всем салют, ребята! Как вы помните, дорогие мои подписчики, в прошлой серии мы остановились, нам оставалось найти один документ истории зоны, это первую часть истории зоны, и так же самое обокрали мы Федьку почтальона. И у него обнаружили мы записочку с непонятным содержанием. В общем, покажу я вам, где находится первая часть истории зоны. Можете посмотреть. Мы находимся сейчас возле гастронома. Здесь, где заседали свободовцы с долговцами. Нам нужен именно вот этот вот ЗИЛ. Вообще определить можно, что мы находимся по пси-излучению возле тайника с этим самым. Видите, пси-излучение наступает. Пожелтел экран. Так. Тайничок, вот он у нас находится. Первая часть истории зоны. Все. Появились у нас тут тушканы. Ну, тушканов, в принципе, расхерячите сами. А мы направляемся вот в эту часть зоны искать тайник почтальона Федьки. Так. Ну, как вы помните, из записки почтальона, блокнот, вернее, почтальона, он говорит про какой-то инвалидный луноход или что-то такое, что-то там непонятно. Инвалидный луноход у нас ржавый. Это у нас вот он. Луноход. Или хреноход. Короче говоря, ребята, сразу же запасайтесь дробовиком. Потому что сейчас будет прикол. Все, покатила душа в рай, за нами кровососы, как обычно. Сваливаем от них. Кровососы бегут, а мы тоже бежим. Горох делаем, короче говоря. Ребята, вот на вот этот ЗИЛ, как обычно. Все. Потому что тут... Ну, в общем, расстреливаем братву, вот это вот богадельно устроили опять. Ну, короче говоря, эти кровососы туда одолели нахрен, если честно. То они при гравипушке при сборе 4 штуки нафиг. Теперь сейчас вот надумали они за мной тут бегать, блин, уродцы. Сколько их тут? 3, по-моему, сейчас. Иди сюда. Ах, как я рад встрече-то с вами, ребята. Мы же все друзья. Ну что ты, ёлка, упал. Поднимайся, вставай, давай. Что ж такое? Так, что мы там обнаружили-то хотя бы? Давайте прочитаем. Во! Паспорт транспортного средства. Короче, техпаспорт запорожца 79-го года выпуска. Номер кузова, номер двигателя. Что у нас там еще было? Жезл. Жезл этот можно, ребята, отнести Толику, обменять на барахлишко какой-нибудь. Не помню, он, по-моему, пленку нам за него даст. Во, точно. Так что это я уже вперед забежал мало-мало. Что делать с этими данными? Данные техпаспорта у нас. Ну вот мы как раз, в принципе-то, и добежали, куда нам надо было. Направляемся в мусарню сюда, вот. Полиция, ментовка. Ну, милиция, короче говоря. Здесь у нас дверь. Нужно ввести код. Код у нас находится здесь. Вот номер двигателя 069-76-35. Так, ну так как мод не доделанный, ребята, здесь у нас, может быть, в сейфе должно быть что-то, но у нас ни черта тут-то нету. И задание у нас так и повисает. Задание так и повисает у нас.
найти сумку с медикаментами. А, ну это мы уже приносили все это самое. Я немножко откатился, поэтому... Так вот у нас... Найти применение сведениям почтальона. И нашел, а дальше что? Итак, ребята, ну, пришли мы, нашли, как говорится, это место. Задание у нас повисло. Еще немного и не знаю, что здесь должно было быть. Ну, в общем, короче говоря, получается, что физику мы наебали. За территорию зоны мы уже прошли. 7 частей истории зоны мы нашли документов. Направляемся к Толику сдавать документы. Не прошло и года, мы уже у Толика. Дождался этот бедолага нас с документами уже. О, а тут у нас сюрприз. Почему-то Шульга приперся к Толику. Наверное, у них тут свадьба. Придурки два. Привет, любознательник наш. Чего пригвинился, нервный такой? А ты что, нашел я 7 документов тебе. Ага, так. Те самые заказывал. Действительно это они, только я вчитываться в них не буду. Нафиг, забирай их назад. Опять что-то непонятно. Что случилось-то? Эй, я же не отстану, пока не расскажешь, чего свои части брать отказываешься. Они не мои, видать, хозяева бить. Не понял. Что не понял? Не понял он. Я сам ни хрена не понял. Недавно какие-то 3 странных типа в зеленых экзах и шлемах каких-то не так подкрались, поставили меня раком, обшмонали весь мой багаж, ну, в общем, отдрюкали мало-мало, либо на своей балалайке тренькал. А, ну вот понятно, короче, они пришли троем, и вот тут это самое перекрасили мало-мало, и к нему Шульга прибежал на помощь. Либо на своей балалайке тренькал, когда тебя теплым брали. Ладно, ты давай, короче, по сути ограбили, что ли? Нет, не ограбили папку, они ту зеленую нашли, началось. Короче говоря, очень интересно, я же тебя предупреждал, что эти истории добра не дают, чует моя задница. И еще нож этот, продолжай. Стали упытать, где нашел, что и как. Ну, я и брякнул, что мы их ищем. И, конечно же, им про меня брякнул. Кому молчим, рассказал зеленым про то, что части я ищу. Виноват, ты же как ни крути, а сталкер авторитетный, легенда зоны, чего тебе бояться-то? Да, с тобой Тарян точно стану легендой, как Семицкий Юра. Ну, они папку меня отобрали, что-то между собой посоветовались, потому что мы ничего найти не можем, и сказали мне, мол, пусть сам приходит к нам в подвал в ДК, мы его искать не будем, и бумажку дали тебе передать. Еще интереснее, там кругом решетки, и на единственном входе защитный телепорт возник. Ладно, хрен с ней, с этой твоей обещанной наградой. Хватит с меня твоих переживаний этой бумажкой. Че опять зеленая? Блин, пригласительный билет от Greenpeace. Да и только. Угу. Так, ну че, че теперь? Теперь, наверное, в подвал, да? Надо шрендерить. Документы не хочет забирать. Там еще каких-то... О, Варвара. Ага, у нас тут новое задание. Ребята, что тут у нас? Уничтожить охрану, это надо нам свалять на вокзал. Найти маршала с его гаремом. Ну, гаремщик, как обычно, ликвидировать. Маршала тоже туда же отправить. Найти доказательства ликвидации. И найти устройство деблокировки входной защиты. Сначала мы тут возле вокзала пока находимся. Отправимся на вокзал. Но это уже будет в следующей серии. Всем, кому понравилось видео, ребятки, ставим палец вверх. Кому не понравилось, идут все лес. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. А пока, ребята, всем пока. Идем валить маршала.